Кения продолжает бороться с нашествием пустынной саранчи. Страна рискует остаться без урожая, если насекомые не будут уничтожены. ООН выделила Найроби наземную технику для распыления пестицидов на поля. Ранее в регионе были задействованы самолеты, но постоянные дожди препятствуют воздушному опрыскиванию. От нашествия саранчи в настоящее время страдают и другие страны Восточной Африки. Особенно сложная ситуация в Эфиопии и Сомали.